Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Мой канал называется Наталья Фирсова «Мое увлечение». И сегодня мы с вами будем шить вот такие вот следочки. Следочки у нас будут двойные. Я вам покажу, и мы вместе с вами сошьем вот такие вот двойные следочки. Не более тепленькие получаются, чем одинарные. В предыдущем видео я показывала, как шить одинарные следочки с обтачечкой вот здесь поверху. Сегодня мы будем шить без обтачечки. Но это также, это как продолжение темы подарков. Также мы можем шить такие следочечки для своих подруг, родственников в подарок. Всем будет очень приятно получить такой подарок. Я думаю, что и вам будет приятно подарить такие следочки. Такие следочки, они шьются, в общем-то, также очень быстренько, ну, конечно, не 10 минут, чуть-чуть побольше, потому что они двойные, а так сшить их очень легко. Ну, вот сейчас мы с вами начнем шить такие следочки. Для того, чтобы сшить нам такие следочки, нам в первую очередь, конечно, нужно сделать выкройку. Для того, чтобы сделать выкройку, мы должны снять мерки. Здесь нам необходимо 3 мерочки. Вот здесь вот у меня схема выкройки. Какие мерки? Это длина ступни. Вторая мерочка. Объем ступни. Объем ступни. И третья мерочка. Это взъем. Размер взъема. Вот 3 вот этих вот размера. На основании этих 3 размеров мы строим выкройку. Берется ткань, квадрат ткани. И откладываем такие размеры. Длина ступни, пол 0,5 размера объема ступни. С этого края откладываем размер взъема. Так, сделали это. Теперь, здесь у нас, коль здесь у нас взъем, значит, это сторона пяточки. Со стороны пяточки откладываем 2 сантиметра на пяточку. Делаем такой вот полуокружность небольшую. И здесь для взъема на расстоянии, вот как мы отложили, поставили точечку, где заканчивается взъем, здесь тоже такую небольшую окружность делаем. Так, и теперь остается нам что сделать? Пяточку вывести с этой стороны и с этой стороны вывести носочек. И еще одна деталь. Это вот где-то примерно вот на расстоянии таком вот, ну, сантиметра полтора вот от окончания взъема мы делаем подъемчик на сантиметр, на 1,5 сантиметра. Для чего? Чтобы нам сделать вот такую вот выемочку. Эта выемочка нужна для того, чтобы у нас лучше сидела наш следочек. Лишнее немножечко убираем с подошвы. Вот так выполнили вот эту выкройку, вырезали все, все сделали на основании своих размеров. И я сделала свою выкройку. Вот такая вот у нас, вот такой вот лепесточек получился. Ну, вот так я поставила выкроечку. Вы можете поставить у себя на стоп и можете уже рассмотреть окончательно все размерчики. И еще хочу я добавить, что вот стопу измеряем по самому широкому месту, где у некоторых людей косточка там есть, и поэтому по самому широкому месту мы обмеряем стопу, и это у нас будет являться объемом стопы. Вот такая вот будет мерочка. Вот на основании вот этой выкройки, которую я сделала, можно уже выкраивать наши следочки на ткани. Я уже выкроила наши следочки. Так как у нас следочки будут двойные, двухсторонние, поэтому выкроила 2 следочка внутренняя ткань внутри и 2 следочка левый и правый. Это наружная ткань. Можно выкраивать с одной ткани. Внутренняя часть и наружная часть одинаковая. Это уже как будет, как вам, как вы пожелаете. Так, все это, значит, мы выкроили. Теперь следующий этап нашей работы такой. Мы сейчас раскладываем эти наши тканюшечки, выкроенные уже наши детальки, складываем лицевыми сторонами.
Совмещаем все аккуратненько. Совмещаем все. И будем прошивать вот эту часть. Вот эту часть мы будем прошивать на машинке. Прошьем эту часть. Ну, прежде, конечно, надо заколоть, потому что все-таки трикотаж, он будет, да, я еще и не сказала, что желательно, конечно, делать из трикотажных тканей, для того, чтобы наш следочек, он, чтобы хорошо сидел на ноге, ну, обтягивал стопу и будет чудесно сидеть. Значит, сейчас выравниваю, прокалываю иголочками и прострачиваю оба следочка. Шовчик проложен, по полуокружности сделаны надрезы, вот они прямо надрезики, не доходя до шовчика, для того, чтобы лучше выворачивать. Разворачиваем, разворачиваем и будем совмещать наши две стороны. Будем совмещать их для того, чтобы сделать отстрочечку. Я вот уже один совместила, покажу вам сейчас. Вот, один следочек. Все, совместила. Вот так вот, видите, вывернула все, совместила. Так, и сейчас будем по лицевой стороне делать отстрочечку. Но отстрочку мы будем делать, не доходя сантиметра два до края. Начинаем. Ее 2 сантиметра отступим и начинаем делать строчечку, и не доходя до края 2 сантиметра, все, строчка прекращается. Для чего это мы будем делать? В следующем этапе работы я вам расскажу, для чего мы это оставили. Вот сейчас я это отстрочу все и посмотрим. Дальше будем делать уже работу другую. Шовчик отстрочен, не дострочила по 2 сантиметра. Для чего сейчас мы это будем использовать? Берем и будем совмещать вот эти вот шовчики. Они как раз недострочены, и нам будет очень удобно это делать. Мы сейчас в разные стороны раскладываем в эту сторону, этот шовчик следующий, в обратную сторону, чтобы у нас меньше было жесткости здесь. Так, сложили, берем иголочку, закалываем. Закалываем. Теперь разворачиваем это все, разворачиваем, и все вот это мы будем скалывать. Прям все по периметру, оба этих наших следочка, вот эти оба, с одной стороны, с другой стороны. Вот он, эту сторону прокололи всю. Затем беремся за эту сторону, всю прокалываем. И будем прошивать. Прошивать мы будем... Эту сторону мы всю полностью прошьем, а внутреннюю сторону мы оставим вот здесь вот расстояние сантиметров 7. Можно наметить это расстояние, чтобы его не зашить, для того, чтобы выворачивать. Я сейчас покажу, как я вот уже сделала один, только я еще не прострочила, но я все сколола. Вот все сколола, оба вот эти вот тапочка, наружный и внутренний. Так, вот наметила, что я не должна застрочить. И сейчас я сажусь за машиночку и прострачиваю. Все с наружной стороны прошито, все полностью оставлено отверстие для того, чтобы это все нам вывернуть. Начинаем выворачивать. Выворачиваем. Выворачивается хорошо. Ткань такая эластичная. Прекрасно все выворачивается. Вот так вот. Все вывернули. Один носочек, второй вставляем один во второй. Так. Вот так вот вывернули. Вот такая красота получается. Теперь нам необходимо... Вот здесь вот мы оставляли с вами 2 сантиметра, не дошивали для того, чтобы сделать вот этот шовчик. Не дострачивали. Сейчас мы прострочим вот здесь, чтобы у нас уже все было прострочено. И сделаем на руках, можно и на машиночке, застрочить вот это отверстие, которое мы оставляли.
Вот сейчас я это вот сейчас займусь, вот это на руках можно сделать, можно на машиночке, и здесь прострочу. Еще я хочу вот на что акцентировать внимание. Вот эта выкройка, она без припусков на швы. Не забывайте делать припуски на швы. Ежели не сделаете, будут малые вам ваши башмачки. Либо сделайте сразу выкройку с припусками, либо не забывайте обязательно делать припуски на швы. Вот такие у нас следочки получились. Здесь я дострочила шовчик, внутреннюю часть зашила. Все. Но теперь что остается? Остается только примерочка. Вот такие вот следочки у меня получились. Красивые, мягонькие. Вот они какие у меня. Так хорошо сидят на ноге. Вот такие-то поточки. Красавцы мои. Ну что же, вот такое видео у нас получилось. Мы сшили с вами следочки, такие двойные. Они получились у нас очень даже и неплохие. Прекрасно сидят на ноге, тепленькие, потому что они двойные. Так что все у нас получилось замечательно. Мне, допустим, очень нравится. Так что, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить колокольчик, обязательно нажимать на колокольчик, чтобы получать известия о выходе нового видео. Ну, я желаю вам, конечно, здоровья, всего вам самого наилучшего, всего хорошего, до свидания.